18+. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Аверзиной Светланой Викторовной, либо касается деятельности иностранного агента Аверзиной Светланой Викторовной. Здравствуйте. Сегодня достаточно холодно, 2 ноября, но мы решили все-таки открыть для себя улицу Мира, вернее, отремонтированные трамвайные пути на улице Мира. Долго ремонтировали, должны были в августе отремонтировать, только-только закончили. Первые трамвайчики пошли. Но как-то так получилось, что местом встречи мы обозначили остановку Прокатная. Пришли на Прокатную, а тут нету знака, где трамвай стоит. То есть вот приезжает человек, который не знает всех тонкостей трамвайной науки, что он сделает? Мне кажется, он пойдет вот на ту остановку, просто обозначенная как остановка, потому что вокруг никаких других знаков нету. И он ошибется, потому что трамвай останавливается вот здесь. Новые рельсы, посмотрите, как красиво. К сожалению, вот так вот обособлено от дороги. Кстати, вот та знаменитая остановка, которую хотели спасти всем городом, и которую пытались сначала снести, потом установили. Сейчас трамвайные пути обособлены. К сожалению, так как ремонт проходил по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», в следующем году рельсы будут заделаны в одном уровне с дорогой. К сожалению, это может привести к тому, что машины начнут выезжать на рельсы, и если будет происходить ДТП, трамваи остановятся и поедут. Не очень приятное решение, но, к сожалению, таково и требование федеральной программы. Кстати, едем сейчас спокойненько, если ничего не трясется, очень хорошо. По сравнению с тем, что было вот еще в мае месяце, когда по кочкам, по кочкам. Очень приятно стало ехать. Проехались мы по улице Мира, она коротенькая, но все равно это прорывной шаг, маленький шажок для улицы Мира, но большой шаг для города Новосибирска. К сожалению, трамваи пока еще ездят очень тихо, протираются. Я надеюсь, что когда-нибудь они ускорятся, потому что пока жители недовольны, что так тихо ездят. Ускорятся. Вот, кстати, хотелось бы сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. В прошлом году пыталась продвинуть идею, что нам надо менять контактную сеть для трамваев, троллейбусов. Пыталась выбить эту строчку в бюджете. К сожалению, в прошлом году меня не поддержали. Но когда начали ремонтировать улицу Мира, случайно задели провода контактные. И они все обвалились кусками, поэтому тут волей-неволей пришлось новую сеть делать. Ну, наверное, первая за много-много-много-много лет помененная контактная сеть. Надеюсь, это продолжится. Будем менять потихонечку.